Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что же, забираем ежедневную свою наградочку. Так, как вы видите, я уже добрался до двухзвездочного самурая. Но это только начало, так что, ребятушки, теперь забегаем в магазин и забираем здесь колоды. Давайте смотреть, что же нам все-таки здесь выпадет. Так, я что-то вижу, ну-ка. О, Леонардо, фильм, отлично. Так, давайте смотреть, что нам здесь достанется. Ну-ка. Ой, по-моему, ничего, ребята, к сожалению. Да. В этот раз Рэя кинули, как всегда. Ну что, давайте тогда... Оу, здесь у нас все откатилось. Ну-ка. Майки, две ДНКшки, замечательно. Два осколка золотых. Одно ДНК Сплинтера. Два серебряных осколка. Так, Кунаичи, блин, тоже один. Два портала, $5 и 500 мутагена. Ну ладно, так, откройте колоду. Открыл, забрал. Получить мутаген, из мутагенной машины мутаген. Получил. Так, поднять уровень персонажа. Так, ребята, я хочу поднять уровень, знаете кому? Рокзару. Именно ему, мне кажется, он... Так, а мне хватит? Нет, мне не хватает, поэтому надо немножко, ребята, заработать мутагена. Но это, в принципе, для нас ерунда. Так, сразиться в 10 боях. Так, давайте пройдем с вами серию испытаний. А есть ли у меня... А, у меня есть, все хорошо. Нет. Ребята, у меня нету. А что же я тогда буду проходить? Здесь? А здесь я, наверное, не справлюсь. Хм. Как это я так мог оплошаться? Ребят, давайте попробуем, может быть, вот здесь пройти. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Так, ну если мы с вами пройдем, потом обязательно сразу сделаем сброс. Буду играть лично. Лично буду раздавать тумаки. Так, тут всего, ребята, две волны. Ой, железная голова уже упал, к сожалению. Так, ладно, хорошо. Делаем контрудар по возможности. И будем, естественно, наказывать паукуса. Паукус, а ну-ка, свали в туман. Ой, карай, ну... Ну, естественно, ребят, Карай здесь ничего не могла сделать, потому что она слабая. Так, минус паукус, и дальше мы с вами добиваем вот этих вот киборгов. Ах ты какой, смотри, какой пряник нашелся, а? Твердый, старый. Ну что же, вот у нас последняя волна, и здесь у нас... Угу, Рокстеди и Бибоп. Естественно, ребят, приступим мы с всемогущей вертушки от Лео. Как видите, она очень хорошо нам помогла. Ну и дальше, я думаю, мы будем наказывать Бибопа. Ну-ка, попробуем. Да, мы его лишили жизни, и теперь остался лишь Рокстеди. Ну, а этих говнюков я и не считаю за противников, потому что они салабоны. Так, давайте-ка, наверное, Рокстеди вот так вот сделаем. Тыдыщ! Большую часть здоровья мы отняли, и Лео не добил. Не добил, к сожалению. Так, успокойся со своими тут камнями. Ну-ка... Ага, вот и все, ребята. Испытание, грубо говоря, у нас уже в кармане. Мы будем с вами делать сброс. Так, опс, ах, выжил. Выжил, сопляжуй. Ну-ка, вот так вот, хорошо. Отлично, мне понравилось, ребята. Как говорится, моя элитная троечка здесь выжила. Зэка не было смысла, ребята, брать. Да он и мертвый, по-моему, у нас там лежит в пачке. Ну что, я делаю, ребята, сброс. Собираем все и сбрасываем. Так, одна карточка Бакстера Стокмана нам досталась, и это хорошо. Забрать. Отлично. Так, ну что, теперь нам нужно, ребята, так, поднять уровень персонажа. Хватает? Нет, еще пока не хватает. Нам теперь нужно искать... Ах, вот еще что, ребята. Конечно, я для этой серии припас вам подъем нейтрализатора. Ну что же, давайте его будем апать. Черт подери, 5000 мутагена здесь надо. 5000. А у меня всего лишь 3555. Слушай, подожди-ка, я что-то не понял. Секунду, ребята. Дайте-ка я вернусь в список. Так, дай-ка мне в список вернуться. О, вот как раз здесь мы сейчас и наберем с вами нужный нам мутаген. Действительно, что это мы? Естественно, сейчас вот здесь вот все у нас будет ништячком, и все у нас будет пучком. Так, минус. Мутагеноиды сейчас немножко мы здесь помурыжим и заберем весь недостающий нам мутаген. Заодно нам хватит и поднять уровень Рокзару до 68-го, да? И, соответственно, мы еще с вами немножечко даже
апнем нашего нейтрализатора. Я думаю, что это будет сегодня оптимально для нашей серии. Как говорится, не просто бои, как говорится, шуршать. Но надо что-то и полезное сделать. Так, отлично. Пройдем полностью, ребята, с вами эту полоску. Весь мутаген заберем здесь абсолютно. Последняя будет на 1500. Довольно неплохая прибавочка, согласитесь. Так, поехали. Ну, давай, давай, давай. Мутагеноид, получи. Ах ты, буянишь, малый. Ладно, вот так вот. Отдохни, малька. Ну, а мы с вами дальше собираем его колбасить и забирать у него мутаген, который он, видимо, у нас похитил, или где он там его взял. Не имеет значения. Так, 1200, да, это предпоследний, ребята, у нас бой. Сейчас мы его быстренько накумарим. Так, ну хорош, хорош, мутаген, ну, родной мой, успокойся. Так, Рокзар сделал провокацию. И нет, я, честно говоря, думал, что Раф сможет добить, но не получилось. Рокзар, нет, все-таки Рокзар, вот если сравнить с Зеком, он все-таки, мне кажется, крепче. Хотя раньше я Рокзара не очень любил, он мне казался какой-то ватный, все его разбирали, но когда я ему поднял уровень, а если я ему подниму до 70-го, я думаю, что он вообще будет на уровне. Так, давай-ка, последний, ребята, у нас здесь заключительный бой с ним. Ну-кася, выкуси, отлично. Ну, последний удар кто у нас будет? Рокзар? Тыдыч, отличненько. Ему бы еще прокачать спецудары, и он будет вообще красотой. Ну, естественно, мы с вами заработали мутаген, который нам нужен. Сколько там у нас? 8000, пока еще, ребята, маловато, маловато, но это только начало. Зато мы сможем с вами улучшить нашего нейтрализатора. Ну, давай, родной. Так, он получает 4-ю серебряную звезду, ребята. Ох ты, новая возможность, ребята. Ракетный залп. Помните, да, этот уберный, так скажем, выстрел, когда он берет ракетницу и выстреливает и наносит урон практически всем моим юнитам. Нейтрализатор добывает и использует ракетную установку против врагов. Разрушитель увеличивает силу атаки на 5%. Ну, зато восстанавливаются, ребята, 5 ходов. Ну, нам-то, в принципе, пофиг. Кстати, мы можем даже с вами ее в ближайшее время улучшить. Нам нужно найти только 5 магнитофонов. И я думаю, что пора найти эти магнитофончики. 5 штук, да, всего лишь. Как видим, один уже у нас в кармане. Сейчас мы улучшим, ребята. Второй уже в кармане. Давай. Но. Так, вот и третий. Заодно карточки пульверизатора нашли. Так, давай здесь теперь пошуршим. Так, три уже есть, да? О, карточка Рокзара выпала нам. Вот еще один. И последний нам осталось найти. И все, ребята, мы сможем прапать ему. Ох ты, почему-то не выпало. Странно. Так, ну давай здесь. Здесь поищем. Вот, вот, ребята, то, что нам нужно было. Ну что же, давайте до второй ступени мы ему повышаем. Вот это красота. Сколько у нас здесь получается? Увеличить силу атаки на 20%. Шикарно. А чтобы его... ну-ка. Подожди. А что нужно для того, чтобы его поднять по рангу? Не хватает, что ли, да, ребят? Ладно, зато мы можем... Нет, мы опять не можем. Не хватает. Я думал, сейчас уровень ему повысим и сделаем с вами ежедневное задание. Опачки, а у Рокзара это что такое? Карточка, понятно. Я думал, у него какая-то возможность появилась. Нет, просто карточка. Так, открыть колоду. В плане открыть колоду. Ёлки-палки, а чё ж так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плохо, ребята. Это плохо. Это получается, что мы сейчас не пройдем, да? С вами все ежедневные задания. Зашибись. Офигеть, ребята. Мы что ли на несколько всего лишь минут оплошали, получается? Да, выходит так, ребята. Ну что ж, тогда придется нам делать вот это задание и поднимать уровень персонажа. Все. Больше нам ничего здесь пока не светит. Эх, пойдемте искать кого-нибудь. Кого мы будем сейчас с вами отыскивать? Давайте-ка посмотрим, кто у нас тут ближайший. Ну, я вижу вот мутагеноид. Как бы не... Во-во-во-во-во, давайте, Пиццелицева, конечно же, ребята. Правда, у него мало попыток.
Но, тем не менее, надо их все истратить. Так, первая прошла почему-то мимо нас. Вторая, кстати, тоже. Я не понял, это что такое? Это что? Ну, хоть здесь дали. Я думал, игра встала в позу и сказала: хрен тебе. С маслом, а не карточки. Так, ну что, поднять уровень персонажу. Ну-ка, хватает, хватает. И мы делаем с вами уровень нейтрализатору. Так, вот, смотрите, что нам нужно, ребята. Нам нужно всего лишь золотых осколков. Не хватает нам, ребята. Не хватает 23 осколочка золотых. Ай-яй-яй. Плохо. Блин, что ж такое-то? Так, ладно, в любом случае нам нужно ему поднять уровень. Бери, поднимаем уровень и идем с вами. Знаете что, я хочу посмотреть, что мы можем в магазине с вами приобрести за сюрикены. Так, магазин. Предметы и смотрим. Так, ну, железноголова нам не нужен. Давайте вот, наверное, купим 5 карточек карай. Все, отлично. Здесь больше, в принципе, нам ничего не нужно. Так, жетонов у нас сколько? 76. Ребята, я покупаю. Покупаю 3 карточки лисы. Отлично. Так, ну а по жетонам? Ну, по жетонам тут вообще даже смотреть не буду на них. Так, нам с вами нужно отправляться, ребят, сейчас уже на турнир. Хотя у нас еще испытания. Я их не начинал, ребята. А вот турнир, чтобы, как говорится, не отвлекать ваше время на то, как я иду с самого начала и к вершине, мы начнем. Хотя, поверьте мне, тут еще придется долго-долго повоевать. Ну что же, выбираем 13-15. Давай вот этого для разминочки мы возьмем. И теперь выбираем подходящую команду. Я думаю, что начнем мы с вами, пожалуй-ка. Угу, я понял. Возьмем Сплинтера. Короля возьмем. Возьмем мутагеноида и, пожалуй, вот так. Слушайте, я боюсь, конечно, что разберут меня здесь. Ёлки-палки. Наверное, вот так вот придется все-таки делать. Я просто хотел как можно больше карточек реализовать. Ладно, давайте посмотрим так. Буду играть сам, потому что я боюсь, они начнут здесь немножко тупить. Ага. Так, вот, значит, вы решили ладушки. Мы сделаем, давайте укрепим всю свою команду сразу же. И приступим. Вначале. Хопа, нормуль. Так, король, держись. Держи. Да чтоб тебя, он хиляться решил. Так, надо нам, скорее всего, ребята, убирать Бакстера. Потому что он сейчас будет стопудово массовым ударом. Ну-ну-ну-ну-ну. Да ёпарсете, волну свою пустил. Он, ребята, запустил свою волну. Это значит, что, скорее всего, кто-то у меня... У меня сейчас двое погибнут. Ну, так я и думал. Хотел, как говорится, заработать мутагена и очков. И ничего не получится, ребята. Жаль, очень жаль, что так вот все получилось у нас. Ну, ладно, хотя бы прошли. И на этом спасибо. Так, и смотрим, куда мы с вами перемещаемся. Кстати, вы заметили, да, что меня с двухзвездочного самурая вообще скинули. Так, сколько мы получаем? Ой, 335 мутагена всего лишь. Вообще меня скинули капитально, ребят. Ого. Так, это непорядок. Надо как-то быстренько-быстренько нам добираться опять на саму вершину. 13-15. Ну что ж, давай возьмем вот эту вот бригаду. И вот так мы сейчас с вами начнем. Здесь стопудово победа будет за нами. Ни один из моих персонажей здесь не должен упасть. Тем более против вот этих вот ватников. Поехали. Отлично. Так, сносим давай Ваню, наверное. Ванечка лежит, отдыхает. Хорошо себя чувствует. Так, минус. И добивочный от Шреддера. Это то, что нам нужно. Бум, готовы. Сейчас в полном объеме мы получим и очки, и мутаген. И, естественно, с вами должны приподняться так неплохо. Ну-ка. Так, самурай однозвездочный и 75-я позиция. Маловато еще пока, маловато. Мне нужно до двухзвездочного самурая добраться. Полюбаську, кровь из носу, ребята. 13-16. Берем вот этих вот олухов и набираем себе бригаду ух, состоящая из пятерых. Вот так вот, вперед.
Так, у нас еще есть, не забывайте, 5 карточек на откат. Так что дополнительный бой у нас будет в кармане. Приступаем. Каранечка, давай. Оп, хорошо так как-то зашла. На. Слушайте, а разве у нас у Паукуса не будет такого массового удара, чтобы он плевал по всем, нет? Я путаю, наверное, с кем-то. Ну-ка, давай добьем. Нам эти не нужны здесь волухи. Чик, порезали. И плевочек. На-ка. Ой, Донит выжил. Странно. Ну, ненадолго. Недолго он радовался. Так что, ребятушки, сейчас, опять же, мы получаем в полном объеме. Должны продвинуться, я думаю, где-то на 40-ю позицию. Ну, я вот рассчитываю именно так. И смотрим. Да, 45-я, отлично. Ну что же, мы продолжаем с вами бой. Или бойню, я не знаю, как это назвать лучше. 14-17. Ух ты, самое то, что нам нужно, ребят. Самое то, что нам нужно. Опс, а как так? Как так, это что, последние мои... Ну, я так, ребят, не играю. Я так не играю. Ну, что это за дела такие? Так, хорошо, знаешь, что мы с тобой сделаем? Смотри-ка, внимательно. Мы убираем вот этих ребят. И берем вот так. Смотри теперь, что я сейчас придумаю. Так. Так. И вот так. Нет. Вот так вот. Я надеюсь, сейчас у меня все получится. Главное, чтобы я успел сходить рафом. И я успеваю. Слушайте, главное, чтобы Донни вражеский не сделал сюрикены. Так, а теперь давайте, ребята, пробовать. Ну-ка. Вряд ли, конечно, тут на кого-то подействует это все. Жонглируешь, гаденыш? Так, скорость повысил, да? Поехали. Залп ракет. Ох, неплохо он бомбит, я вам скажу, ребята. Неплохо. А, он сделал защиту. Так, Бакстер, нет! Все, ребята, заведомо фокус не получился. Оказался у нас здесь один из ватных бойцов, который упал от одного удара. Да-да, ребята, это именно пиццелицей, который меня подвел. А смысл был в чем, как вы поняли? Я делаю провокацию рафом, да? И если бы не массовые атаки, раф здесь просто выдержал бы вот эту всю оборону, всю эту атаку, и мы бы с вами получили в полном объеме все бонусы. То есть, как бы... И герои у нас были бы сохранены все, и опыт бы получили, и мутаген. Но так как пиццелицев опять забомбили, мы получаем намного-намного меньше. И смотрим, куда мы с вами передвигаемся. На 26-ю позицию. Это слабо, это очень слабо, ребят. Ну что ж, давайте тогда добирать остатки своей армии. Ну где его там? В бой выбираем вот этого 14-17 и... Как раз тютелька в тютельку, ребята. Ну, естественно, сейчас мы здесь пройдем. Все у нас будет безошибочно. Поехали. Никто здесь, ребят, не выживет. А у меня выживут все абсолютно. Так, накрой медным тазом. Отлично. Так, давай-ка вот так вот. Проникающий удар. И... Да можно вертушку даже сделать. Я думаю, что с этим будет проще. Все, отлично, ребята. Ну и естественно, мы сейчас делаем с вами 5 откатов. И на самом деле я вот думаю, стоит ли этого делать? Или придержать до следующего боя? Хотя на следующий бой, ребята, у нас накопится, поэтому я думаю, что надо. Хотя бы для того, чтобы укрепиться маленько на двухзвездочной позиции самурая. Так, ладно, поехали в бой. И с вами выбираем. Так, 14-17, давай вот эту вот команду возьмем. И сделаем небольшие вот эти вот откатики. Так. Сюда, сюда и в бой. Конечно же, в бой. И поехали. Так. Бомбочка для затравочки. Что же нам сделать? Ну, давай так, бомбанем. Фиг с ним. Проникающий. Вот так вот. Ну и вертушка. Все, ребята, победа за нами. Двигаемся с вами дальше. Сейчас мы, наверное, пойдем на испытание. Испытания у нас новенькие. Я еще там ни разу не был. Ну, как ни разу не был? Именно в этих, которые на этой неделе у нас начались. Все. Так, в бой. Так, испытания. И смотрим, что у нас здесь. Сцены насилия и силы природы. Начнем, наверное, с силы природы, да?
Смотрим, каких мне тут... Ух, слушайте, вообще, вообще супер. Всех моих самых лучших бойцов позволили взять на это испытание. Соответственно, мы идем с вами на автобой вначале. Кто у нас там разыгрывается? Саблезуб, да? Да, по-моему, Саблезуб. Первая карточка. В принципе, тоже нам не помешает он. Ой, просто разбирает, как, я не знаю, как ватников каких-то. Тресь-тресь, просто плюхи раздаем. Так, а здесь кто у нас? Рахзар. Так, а это у нас кто? Майк, по-моему. Так, так. Хоп, и последнего. Отлично, ребята, сыграно замечательно. Ну, 10 уровень, вы сами должны понимать, что они здесь могли сделать, абсолютно ничего. Ну и заодно опыт пока получаем. Так, карточка Саблезуба. Отлично, ну что же, ребята, пойдемте теперь сходим за Рахзаром. Вот так вот. Там, кстати, следующая будет, ребята, у нас тигра. Карточка тигра мне нужен. Кстати, нам, по-моему, там немножко осталось, и он у нас будет доступен для апа. А я давно хотел его проапать. Просто карточки только вот именно в боях можно находить на него. Ну или с паков. Так, поехали далее. Что тут у нас? А, люди-грибы. А, ну тут 20 уровень, чем мы боимся-то? Все хорошо. Все, как говорится, под контролем у нас здесь. Победушка. Так, я, кстати, ребят, хочу сейчас глянуть, сколько же мне все-таки нужно карточек для тигра. Слишком много или немного? Так, Рахзара мы получили с вами. Это у нас, надо переходить в список и смотреть. Ну как вам сказать? 11 карточек еще, это немало. Я что-то думал, что там 2 или 3, но я ошибся. Ладно, не беда. Ничего, ребята, страшного. Тем более мы здесь, по-моему... А, нет, здесь не разыгрывается. А здесь не видно. Ладно, давайте, всему свое время. Будем потихонечку. По-моему, он где-то может быть у нас опять найден за эти... За поиски безбоевные. И мы его должны как-то выцепить. Там две карточки, по-моему, должны даваться. Может быть, я ошибаюсь. Так, давайте здесь разрулим. 30 уровень. То есть нам, как минимум, можно спокойно идти до 65-го. Ну, если такие здесь будут. Или тут сразу 60-й, потом 70-й. Тыч! Как так 35-й уровень может устоять против 70-го? Я вот никак не могу этого понять, ребят. Все, разобрали и не поморщились. Поехали дальше. Победушка, победушка, какая же ты сладкая. Так. Вот она, карточка тигра. То есть теперь у нас получается не один карточек. Ага, вот, погоди секунду. Вот, ребята, вот здесь мы сможем с вами выиграть две карточки тигра. Ну, естественно, если он нам выпадет. О, да. Три портала нужно использовать. Ладно, попробуем, ребят, попробуем. Вначале надо здесь все это раскумарить. На три звезды, как вы знаете. Для того, чтобы можно было фармить потом. Ну, я думаю, здесь никаких проблем не будет. Здесь четыре волны у нас. На последней волне, если не ошибаюсь, будет Шреддер из Манхэттена, да? Так, поехали. Ой, грибочки. Здорово. Просто на удар. Тыч, прописываем плюшки. Не надо тут выделаться, пожалуйста. Так, двигаемся далее. Так, тут у нас... А, нет, ребята. Или да. По-моему, все-таки будет Шреддер здесь. Последним боссом. Ну, зачем Рахзар? Вот сейчас ты сделал провокацию. Она здесь нафиг не нужна была. Какой Шреддер? Тут у нас, ребята, будет Химера. Да-да-да. Ну, честно говоря, я бы не сказал, что это Химера. Это какой-то, я не знаю, голова червя. Голова даже не червя, а голова курицы. На шее червя, блин. Крылья хрен знает. Какой-то вообще непонятный мутант, если честно. Но ватный он, ватный. Мы его разобрали. Хорошо. Так, и нам достается... Карточка Шреддера, да? Да, ребята. Так, ну что, давайте я все-таки попробую. Хоть и маленький шанс, но... Что? Ёлки-палки. Вот это мне нужно. Так, поехали, попытаемся. Да ладно, вот вы начинаете, а?
как специально дают всякие осколки там. Сейчас еще, наверное, что-нибудь, да? Ну, понятное дело. Ладно, ребята, у нас есть деньги. Если что, мы с вами купим еще соточку порталов. Ну, хорош уже, в самом деле-то. Дайте мне какой-то камень-талик. Зачем мне ваш камень-талик? Он мне не нужен и даром. Слушай, вот это издевательство уже. Ой, я весь сыр потратил. Вот дубина столяросовая, а. Ай, дубина. Я же забыл, что здесь, ребята, тратится у нас сыр. Сам себе запорол. Надо было играть, потом уже, как говорится, что осталось потратить. Нет, я решил сейчас это сделать. Ну что, Рокзар, у тебя... Так, мы это обменяем. Так вот. Нейтрализатор, блин. Сколько тебе нужно там? 330, да? У нас 308. То есть, блин, еще 22 осколка золотых где-то нужно найти. Потом мы его сможем прапать на золото. Так, ну что, у нас, ребята, с вами осталась пицца. Хоть что-то хотя бы сделать. Да, у нас обычной пиццы 71 кусок. Сейчас, ребят, мы будем его тратить. И будем мы его тратить, знаете, где? Вот здесь. Нет, куда я рванул-то? Вот здесь вот, конечно. Вот здесь мы будем его, ребята, тратить. Поехали, три попытки, как говорится. Ну, крутим. Остановочка. Дай что-нибудь такое. Ага, Донателло. Две, понятно. Поехали далее. Ну-ка, что нам здесь достанется? Тормозим. Да тормозим, говорю. Да ладно, блин, Бибоп. Одна ДНК Бибопа. Ну, давай либо две. Я вообще люблю, когда дают либо две, либо три. Три это вообще, конечно, шик. Останавливаемся. И что? Давай вот сюда. Блин, да, конечно. Ну что же, ребята. Можно даже немножко посмотреть по списку, кого бы нам в ближайшее время хотелось бы получить. Ну, лисицу еще, конечно, не скоро. Вот, кстати, морозильная кошка. Уже на подходе, ребята. Оу. Если мы с вами найдем еще одну ДНК, то у нас Микеланджело появится в команде. Новенький. Так, что еще? Здесь у нас такого хорошего происходит. Хм, ничего. Кстати, вот этого вот Шреддера классического вообще нету ни одной карточки. Как ни странно. Так же, как и Супер Шреддера. Ну и Кренга. Хотелось бы, ребята, получить. Ну что, дорогие мои друзья, тогда мы с вами, пожалуй, на этой ноте будем завершать. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить и игру, и испытания, с которыми мы сегодня лопухнулись. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.